Тем временем члены штаба Касым-Жомарта Токаева продолжают встречи с жителями Мангыстауской области. Коллективу фабрики по производству спецодежды и обуви они рассказали о мерах по поддержке бизнеса, отраженных в предвыборной программе. С общественностью региона члены штаба обсудили возможности улучшения региональной, транспортной и социальной инфраструктуры. На встрече с IT-специалистами говорили о развитии цифровизации. О нефтяникам региона сторонники Токаева рассказали о планах по созданию безопасной трудовой среды и защите прав работникам. Кроме того, члены РОЖ встретились с наездниками местной команды «Кокмойнак». Речь шла о приоритетах кандидатов в продвижении профессионального и национальных видов спорта, а также здорового образа жизни. Важно, чтобы казахстанцы подошли взвешенно к своему выбору и 20 ноября продемонстрировали высокий уровень политической культуры, придя на избирательные участки. Для этого мы и проводим подобные встречи.